Шалом, Роха! Мы продолжаем наш цикл лекций о нефеш иудит, о нашей душе, о нашем путешествии через нашу жизнь. В прошлый раз мы говорили о том, о связи между нашей душой и нашим телом, и также нефеш — это та более низкая, более часть животной души, которая связывает это. И мы видим, насколько это важно, насколько это важно кормить свою душу, потому что там все начинается. Мы сказали, что не только исцеление начинается в душе, но также сама болезнь, сами проблемы начинаются тоже там. Поэтому нам всегда нужно идти к этому корню, к источнику, и стараться, чтобы там достичь какой-то полноценности, и после этого все будет функционировать, как должно быть. С другой стороны, я хочу отметить, что человек не должен думать, что теперь он понимает, как человек работает, как наша душа, как наше тело. И мы начинаем как свежие студенты психологии или психиатры, они начинают сразу же давать всем диагнозы вокруг. Они думают, что теперь они понимают, как эта вселенная работает. Конечно же, так по Торе мы смотрим на вещи, но всегда есть исключения, всегда есть какие-то хешбонот, сказано, всякие расчеты в небесах, которым нам, да, непонятно. Есть реинкарнации, есть разные вещи, которые используются как опора, как исцеление, искупление человека. Но мы знакомимся и мы стараемся это внедрить в нашу жизнь, те принципы, те вещи, которые действительно помогут человеку преуспеть. Теперь, как мы объяснили, как Шаул Залман объясняет, у человека есть испытания, есть проблемы, и чтобы не захлебнуться и не быть подавленным всем этим тяжестью этой проблемы, именно ее опасность, это она идет от того, что человеку она прилепляется к самой проблеме, прилепляется гораздо огромное количество других маленьких и средних других проблем, и поэтому это нас давит, это нас подавляет. Чтобы этого избежать, нам нужно всегда помнить и тоже в практике, например, записывать в записную книжку все те моменты, все те разы, когда мы чувствовали, что Ашем нам помогает, что Ашем нас избавляет, как Он нас ведет, как Он нас несет. И когда мы это будем иметь перед глазами, тогда у нас придется вот это вот антидотом, у нас будет баланс, который поможет нам идти дальше и не, опять же, не быть подавленным этими испытаниями, этими проблемами. Это одна практическая вещь. Есть известная сигула, есть известный рецепт, использовался многими семьями, это им очень помогло, когда у разных в семье были проблемы финансовые, проблемы не могли, дети не могли найти свой шедух, жениться, выйти замуж и со здоровьем, то эта семья собиралась, она садилась за стол, и они начинали каждый рассказывать, вспоминать, рассказывать о всех тех вещах, которые, да, у нас есть, и за то, что мы, да, хотим поблагодарить Творцу. И это было, есть сотни историй, насколько это повернуло весь ход этой семьи, потому что вдруг концентрация не на том, что у нас нет, на том, что плохо, а на том, что да, есть, на том, что да, хорошо. Как можно сказать, даже есть один пшат, может быть, это пшат, в объяснении сказано в Пиркей Авот, кто богатый, эйзе ошер, асамех бехелкой, человек, который радуется своей долей. Другими словами, можно понять, что у человека есть немножко хлеба, немножко соли, немножко воды, и он радуется этим, он счастлив. Можно объяснить по-другому, что кто богатый, тот, кто самех бехелкой, он доволен той долей, той участью, то, что у него есть. Он показывает Ашему, что я действительно, я чту, я наслаждаюсь, я благодарю тебя за то, что ты мне даешь. Если мы себя так ведем, Ашем будет с радостью давать нам больше. У Ашема есть достаточно для всех. Если человек, он постоянно жалуется, он постоянно недоволен, он постоянно видит плохое, тогда даже если у него будет больше, он все равно найдет то, что ему не хватает. Тогда даже это бесполезно давать ему больше. Зачем? Поэтому самех бехелка — это тоже рецепт, это тоже
поможет человеку получить больше, потому что он показывает, что он, да, чтит, он наслаждается, он благодарен за то, что у него есть. Как один раз сказал мне, что некоторые люди, они живут в прошлом. У них постоянно это как это тоже источник депрессии, потому что они переживают о том, о сём, что у них произошло в своей жизни, они постоянно живут в прошлом. Это депрессия, это грустно. Есть люди, которые, они боятся будущего. Это у них радот, у них страх. И потому что, может быть, это произойдет, может быть, то, может быть, так, может быть, так. Они постоянно боятся, что может на них свалиться. И это тоже неправильно. Правильно жить сейчас, жить, видеть то, что у меня есть, наслаждаться этим, максимально приложить усилия, потому чтобы достичь более высокого духовного уровня, сейчас концентрироваться на сейчас. Мы это видим у Йосефа Цадик, это очень выражается очень сильно. Сказано, что когда его хозяин Потифера, он решает, он приходит домой, и его жена рассказывает всю эту клевету, то он бросает его в темницу, в тюрьму. Тюрьма в те времена, как мы понимаем, это была дыра, это была яма, это было нету света, воздуха. И также это было без ограничений. И сказано, что в Итнеу Бебейсасойр, он его оставляет, он его посылает в тюрьму. И сказано дальше, Ваишам Бебейсасойр. И он там, в тюрьме. Зачем Тора повторяет эти слова? Объясняют комментаторы, что Йосеф Ацадик, он сказал, что меня послали в тюрьму в самую, как бы после всего, что он пережил, его семья, его братья, его пытаются убить, его продают в рабство. И сейчас его бросают в эту темницу. И говорит Йосеф, но сейчас я здесь, значит, я буду максимально использовать то, что у меня есть в этом месте. Он не отчаивается, он говорит, что меня послали в тюрьму, значит, я сейчас в тюрьме. Когда Моше Рабейну подходит к горящему кусту, то Рибон Шалом обращается к нему. Первые его слова также сказаны «Киамакам ашер ата оймит алав адмас койдешу». То место, где ты находишься, где ты стоишь, она святая земля. Тут же здесь есть очень красивый комментарий, что то место, где ты сейчас находишься, то место, где ты сейчас стоишь, ты можешь, это святая земля. Не где ты будешь, где ты был раньше, где сейчас, где ты сейчас стоишь, где ты сейчас находишься, ты должен максимально из этого использовать и не смотреть назад и не бояться будущего, а сейчас жить сейчас. Потенциал наших мыслей, да, как говорят про Любавческий Рэбе, это говорил часто, так что тракт good with sein good, он говорит, что думай хорошо, и будет хорошо. Да? И это кроется в этом, то, что мы пытаемся здесь выучить вместе, что есть огромнейший потенциал у наших мыслей. Мы сейчас концентрируемся на теории, и вторая половина будет гораздо более практика. И так что давайте посмотрим, как это выглядит, как работает этот цехел элоки, как мы сказали, как этот разум, божественный разум, как он функционирует, и как к нему забраться, как к нему открыть его для себя. И далее мы увидим, что как это в практике будет менять человека жизнь. Значит, когда мы смотрим на этот мир, очень рационально, очень логично, это, опять же, помогает нам, с одной стороны, чтобы наша жизнь функционировала здесь, но с другой стороны, это нас очень ограничивает, как мы сказали. Только когда человек идет глубже, он ищет в себе эту особенную подарок Творца, этот сейхел луки, который находится в каждом еврее, тогда у него есть возможность увидеть вещи совсем по-другому. И мы увидим, что это не только увидеть их по-другому, они становятся другими. Это само по себе чудо, что Ашем сделал такое, что у человека есть этих два разума, один полностью ограниченный рационально, это этот мир, и духовный разум, который пришел к нам от Адама Ришона, от Адама и Хавы, до того, как они согрешили. И они у нас внутри, они кроются внутри, они противоречат друг другу, потому что, когда мы, опять же, соединяемся с Эйхо Локи, тогда он показывает нам, что нету границ, я могу делать вещи, которые по логике, это против логики,
это нерационально. И действительно, когда человек, да, идет до конца, он действительно может этого добиться. Как пример, сейчас мы покажем, насколько, как научиться пробиться через вот эту вот стену, барьер логики и рациональности, и который нас ограничивает, пробиться насквозь. Примерно в 2007 году, это было 5 июня, была трагедия на одной шоссе, которое ведет в Явное. Стояла камера, да, и по всех новостях прошло это в Израиле. Эта камера засняла следующее, что когда было достаточно очень большое движение машин, было три ряда, и когда одна грузовая машина параллельно ехала с машиной, которая перевозила бетон, которая крутится, то в тот момент мотоциклист, один 60-летний человек, 62 лет, он решил обогнать эту вот грузовую машину с бетоном с левой стороны, и в тот момент в той стороне был тоже грузовик, и там не было достаточно места, и по камере видно, просто видно, как этот мотоциклист, он пропадает между этими двумя грузовиками, и потом они уезжают, и мотоцикл, и уже тело, уже этот труп этого мотоциклиста остается на дороге. И после этого камера продолжает снимать, что все машины, они просто продолжают объезжать вот это вот это зрелище, это страшная вещь, что там лежит человек, уже труп, лежит его мотоцикл, и машины с обеих сторон просто объезжают и идут дальше. Также мне видно, что сам грузовые машины, их уже нету, и вот этот кадр в течение 2 минут, да, больше 60 машин приезжают, и никто не останавливается. В новостях передавали, как я слышал сам, как это настолько это трагедия, что в Израиле в таком месте люди с такой так хладнокровно, так чтобы никого не волновало, чтобы никто не остановился и не посмотреть, что-то как-то убрать. Это был большой шок, и в прессе об этом было все писали об этом. Была история про одного еврейского человека, который под его окном какой-то прохожий упал, и он увидел, как люди проходили вокруг, они обходили его. Одному человеку нужно было что-то привезти, он даже пододвинул этого человека, который лежал без сознания. И вот когда этот человек увидел это, он понял, что я в таком месте жить не могу. И он уехал, он уезжает, и он писал об этом в прессе, что как может человек жить в месте, где люди настолько им все равно, настолько у них нету вот этого чувства. Это сказано, что рискнут, это рахмоним, у нас есть генетически заложено в нас, что мы милосердны, мы гомни хасодим, мы делаем добрые дела. Как же это можно такое понять? Но так было полностью заснято, что все машины просто приезжают. После этого появляется через пару дней появляется новая фотография. На этой фотографии она там не была заснята, но она ракурс совсем по-другому. Вместо того, чтобы посмотреть просто на вот там, где машины приезжают и объезжают, это ракурс был перспектива, что мы видим, что происходило дальше по этой улице. Оказалось следующее, что грузовая машина и бетон, они остановились там, и они побежали обратно. И они стали показывать всем, чтобы они вызвали скорую, и чтобы машины не останавливались там, они чтобы не объезжали, чтобы скорая помощь могла доехать как можно быстрее. За эти 2 минуты было 40 звонков в скорую помощь и в полицию, чтобы они приехали. Так что, когда эти факты узнали, мы увидели совершенно другую картину, что все машины, полиция потом написала целый репорт, что все себя вели очень-очень корректно. Они никто из любопытства не остановились там, чтобы была бы пробка, никто бы не смог туда подобраться, ни полиция, ни скорая помощь. Поэтому все были
сделано именно самым лучшим образом, было сделано десятки звонков, чтобы вызвать скорую помощь, потому что теперь мы видим, что на самом деле это было по-другому. На самом деле, когда мы видим всю эту картину, то становится ясным, что до этого было настолько ясно, настолько понятно, что здесь происходит что-то ужасное, потом мы видим, что именно было наоборот. Единственным журналистом, религиозный журналист, который написал до того, как увидели ту фотографию, и уже полиция, и все узнали всю эту информацию, он написал, что может быть, все-таки как-то можно это понять, может быть, именно эти машины, они хотели место дать, чтобы для проезда, может быть, да, кто-то звонил. Он писал как защиту тех людей, которые там были, показав, что, может быть, это действительно нельзя смотреть на вещи так, как они выглядят с первого взгляда. И действительно, он был совершенно прав. В этом мире мы живем в олям шекер, олям мир лжи. Это не значит, что все вокруг лгут. Но, как мы видим, в нашей жизни что произошло после Адама Ришон, когда Ецерара, она входит в нас, то сказано, что до того, как Адам и Хава отведали от запретного плода, то все было ясно. Вот этот мир был полностью, он был ясный, это был, как мы говорим, Олам ха-Эмес, это был мир истины. После того, как мир падает, и теперь мы находимся на нашей дороге, чтобы прийти к какому-то тикуну, прийти к улучшению, исправлению его, то нельзя полагаться на то, что мы видим. Как мы видим, если Тора Шебексав, письменная Тора, она кончается «Ле-эйне кол Исраэль» перед глазами всех еврейского народа, то устная Тора, которая сдала для нас, чтобы понять письменную Тору, она начинается с кречма, с молитвы шма, где речь идет о услышать. В шма Исраэль, это имеется в виду, что это нужно услышать, нужно понять, нужно принять. Нельзя полагаться на то, что мы видим, и когда мы молимся о избавлении, мы говорим «Ветехазену», мы просим Творца, чтобы мы увидели, что в конечном итоге, когда мир вернется к своему совершенству, то мы, опять же, наше зрение, наш взгляд на жизнь, он будет метукан, он будет исправлен. Но пока это не произошло, очень часто, когда мы полагаемся на то, что мы видим вокруг, это некорректно, и когда мы идем, мы начинаем судить, мы стараемся посмотреть на вещи глубже или постараться увидеть всю картину, мы остаемся там, и, к сожалению, это влияет на нас, это влияет на наши мысли, на наше будущее. Даже настолько есть спор в каббалистов, есть мнение, что, в общем-то, все иллюзия. И единственное, что реально, это мой моах, мой разум. Все, что происходит вокруг, это все только в моем разуме. Да? Есть другие каббалисты, которые говорят, что это не так, это неправда. Но есть такое мнение. И просто чтобы его понять, что это имеется в виду, что все, что как я воспринимаю этот мир, это на самом деле это все, что будет. Если человек данлихавсхуд, он судит другого ближнего своего в хорошую сторону. Имеется в виду, что этими мыслями, да, как сказано в Талмуде, как Раби Акива, как другие хахамим, они находились в ситуации, где было настолько все выглядело плохо, и настолько все было против, все факты говорили против, и выглядело полностью негативно. И они в тот момент, они говорили, что «а может быть это было так?». И когда его спрашивали, «а что ты подумал насчет этого?», а я сказал, что «может быть на самом деле это из-за этого». И это звучало настолько нелогично, нерационально. И в конечном итоге тому и сказано, что это было именно так. И когда вещи выглядело, что это нечестно, это аморально, и другие. И когда эти Талмиды Хахамим, эти мудрецы, они оправдывали, они говорили, что может быть это. И поэтому в конечном итоге это было именно так. Ховец Хаим об этом говорит очень часто, что когда мы, у нас наш разум, он очень, когда мы хотим оправдать себя, мы находим самые-самые гениальные, самые лучшие причины и оправдания. Но когда для других, вот тут у нас как-то какая-то особая лень. И если мы да, это будем использовать, то это не просто, это изменяет наш разум, нашу, как это
будущее того, как это будет происходить вокруг нас. Когда была Матан Тора, как другое доказательство тому, что когда мы получаем Тору, сказано, что Поска Зухама, вся нечистота, мы возвращаемся на уровень до греха Адама и Хавы, то сказано, что в Роу Эсакойлас мы видели звуки, мы видели молнии, увидели эти голоса. Как можно увидеть голоса? Потому что в тот момент наше зрение, оно стало настолько чистым, настолько ясным, что можно было увидеть вот это физическое. Но опять же, когда мы возвращаемся обратно, это пропадает. Как пример из моей жизни, когда учился в Ишиве в Бейс Исраэль, это Ишива недалеко находится от, ну, на окраине Иерусалима, это американская Ишива, то приехал туда очень известный донор, филантроп, который сам был раввином, у него было, он знал, был, он не только соблюдал, он также был знатоком Тор. И он приехал, он выглядел очень, ему принадлежали сотни домов для престарелых в Америке, и его фамилия была на нашем здании и также на многих других зданиях. Он дал речь, ему получил много чести, и он, это выглядело очень, очень впечатляло. Ребята могли посказать, что смотри, не то, что не только он богат, он знает Тору, и смотри, как он насколько его принимают. И был один человек, который знал его персонально. И я услышал, я стоял рядом, я услышал, как он рассказывал о нем. Он сказал, что почему он приехал сюда, в Израиль? Потому что он болен, у него рак, и он будет ходить сейчас по Рашишиву, возьмет его по разным цадиким праведником, чтобы получить благословение, чтобы они молились за него. Более того, у него только одна дочь. У него одна дочь. Эта дочь уже два раза разведена, потому что она единственная его наследница. И, к сожалению, те люди, которые мечтают стать ее женихом, не всегда думают о ней, они думают о наследстве, которое они могут получить. И он сам, он бы отдал все свое состояние только чтобы его дочь была счастлива, но именно это то, что делает ее несчастливой. И здесь мы видим картинку наоборот, что со стороны он выглядел как такой преуспевающий, такой разумный человек, который знает также, как использовать свое состояние и такой чести, и все выглядело прямо как в Голливуде. Но когда мы смотрим дальше, выше, глубже, все выглядит совершенно по-другому. И так, и в хорошую, и, к сожалению, в другую сторону. Все нельзя полагаться на то, что мы просто видим. И когда мы начинаем на это не полагаться, то мы можем оценивать ту обстановку, в которой мы находимся, совершенно по-другому. И когда мы факторы, эти критерии, мы будем их использовать не против нас, мы вспомним, что у нас есть этот сейхел луки, у нас есть дар Творца, у нас есть возможность идти против вещей, против так называемых фактов и цифр, тогда это даст нам возможность, опять же, не падать духом, не отчаиваться, идти дальше. В Alta from Novardek, очень известный Бьюзел Хоровиц, Рошишива всех Новардек и Шив, он сам их основал. Я уже часто рассказывал про как он вообще начал свою карьеру как Рош Ишива. Он был очень преуспевающим Талмид Хохам, но как его семья росла, он ушел в бизнес. Один раз он находился в поезде в Лейпциг на мессу, чтобы заниматься какой-то торговлей. Но так получилось, что в поезде его купе находился Рабби Исаак Салантер, основоположник движения этики, который известен, все его ученики, они полностью изменили картину, ну, будущего иудаизма. Исаак Салантер начал с ним говорить о Торе, и он видел, что этот молодой человек, он не просто молодой бизнесмен, у него очень-очень большой потенциал. На что он спросил его тогда в конце: «Но как, что насчет Торы? Как, что же, как твои учебы?
что будет, ну, почему ты не удаляешь больше времени, больше сил на Тору. Тогда на что он спросил его, Рэб Юзел спросил, да, но на что, а с чем мы будем жить? На что бы Соэль сказал, а с чем ты будешь умирать? И вот эти слова, с чем ты будешь умирать, они полностью изменили его жизнь. Он с этого момента, он не просто стал больше уделять Торе, он стал Рош Ишивой, он открыл сотни ишив. В то время его лозунгом было, он говорит, не спрашивай, можешь ли ты это сделать или не сможешь. Возможно для тебя это или нет. Спрашивай себя, должен ли ты это сделать. Если ты это должен, ты это сможешь. И он считал, что он должен открывать ишиву за ишиву. В времена, когда было мало продовольствия, были войны вокруг, он брал на себя полную ответственность за своих учеников, чтобы у них все было. Он открывал в каждом маленьком местечке, чтобы было там тоже Торы, чтобы было как можно больше детей, можно было, могли бы изучать. У них было их имуна, их бетохан был легендарным. Раб The Altar from Navardek, он сказал так. Он привел пример от Наполеона. Да? Наполеона. Во время войн, которые Наполеон, как прославился, один из самых известных генералов, императоров, маршалов, которые завоевали большинство Европы. И это было 2 года до его поражения в России. И в тот момент было собрание в бункере. Только что они одержали поражение. И они обсуждали, как свое будущее, что, как дальше продолжать. В консенсус генералов его был в том, что у них нету шансов. Если они так будут дальше продолжать, то они тоже попадут в плен. И поэтому им нужно... они готовы к поражению, их ждет поражение, поэтому нужно планировать отступление. На что Наполеон, который находился там, он сказал, что я по моей натуре я не могу участвовать. Вы должны, даже отступление нужно планировать, потому что если мы не будет плана, тогда это будет у нас будет полное уничтожение. Поэтому планируйте лучшую стратегию для отступления, потому что я это отступление не могу планировать. И когда вы уже придете к решению, расскажите мне все ваши возможности. И я выбрал лучшую опцию. На этом они кончили. Так генералы взялись за карты и начали расчерчивать и планировать, и смотреть, как лучше всего спланировать свое отступление, чтобы было как можно меньше жертв. В этот момент Наполеон, он угрузился в себя. Он смотрел просто на стенку этого бункера и не обращал внимания о всем, что там происходит. Уже через много-много часов, когда уже было время, приближалось к утру, вдруг он прыгает и выхватывает оружие и кричит, что мы завтра мы идем в битву, и кто не идет со мной, тот не выходит отсюда живым. Никаких отступлений, мы идем все за мной до последней капли крови, мы будем бороться за победу. Ну, его генералы, они сказали, что они согласились, не то, что у них был большой выбор, но они сказали, что, Наполеон, если как бы знали, что вы не хотите никакого отступления, зачем нам нужно было планировать всю ночь эти отступления, лучше было бы пойти отдохнуть, поспать, чтобы были какие-то силы для завтрашней битвы. На что Наполеон сказал так. Он сказал, что, может быть, я жестокий, может быть, я эксцентричный, капризный, но я не врун, я не лгун, я не ложь, это не моя черта. Действительно, когда вы предложили отступление, я решил, что нужно отступать. Да, я ждал ваших предложений. Но в это время я смотрел в стену этого бункера, я смотрел, как там была маленький муравей, который полз по стене наверх. И как только он приближался к потолку, то он падал. Он потом еще раз. У меня было желание подойти его раздавить, потому что это как глупый этот муравей, который почему он постоянно идет туда. Но я это не сделал. И осмотрел, как он пытается еще раз. И посмотрите, он позвал их, посмотрите туда.
И все видели этого гордого муравья, как он ползает по потолку. И на это он сказал: прислушайте, послушайте, что он говорит, что он вам говорит. Ну, они думают, что слушать этого муравья. Он говорит: вы слышите? Он говорит: нет. Он говорит: он кричит, даже если ты сотни раз ты падал, ты должен встать, и ты должен бороться, и потом, в конечном итоге, ты преуспеешь, ты выиграешь. Поэтому он сказал, что я пришел к этому заключению, что завтра, даже если мы проиграли до этого, мы идем, и мы будем бороться, и мы победим. И действительно, они выступают завтра на войну, и они возвращаются победоносно, на что Наполеон записывает в своем дневнике, что если у армии, армии львов есть их генерал, их главнокомандующий, он мышь, тогда они пропадут. Но если у армии мышей их император, их главнокомандующий лев, тогда они выиграют. И так он считал, так он жил, так он преуспевал. Теперь, Альта фон Наварек использовал это, показать, что действительно очень огромнейшая вес и критерий, самый главный, преуспеть, это действительно вот эта сила воли и не быть ограниченным тем, что нам ставят какие-то рамки, вот этот цейхел наши, то, что наш разум, человеческий разум, который нас ограничивает, он мотивировал всех, что если я должен это делать, не спрашивай ты, я должен, я могу или нет. Спрашивай, я должен ли это делать? Если я должен это делать, да, мы не должны завоевывать Европу и тем более Россию. Нам нужно завоевать, нам нужно совершенствовать себя. И это действительно лежит на нас. И как мы сказали раньше, что в следующем мире нам покажут действительно, чего мы могли добиться. И там это будет ясно, это будет видно, не будет никаких оправданий. Поэтому нельзя себя ограничивать, и нужно, потому что если я буду себя ограничивать, то это опять же, я сам в этом виноват. Поэтому обязательно мы должны стараться это пробиться через вот этот вот барьер и стараться добиться вершин. Сегодня 10-е Тевета. Это день траура, это день памяти о разрушении храма. В Рав Хаим Каневский, он рассказывал про своего дядю Хазон Иш, что Хазон Иш, я прочитаю вам, как известно, Ирмияу Ханови, пророк Ирмияу, написал Мегилат Эйха, свиток Эйха, который мы читаем в Тиша Беав, 9 Ава. Это одна из 24 книг Танаха, это одна из святых писаний. Чтобы написать это, тебе нужна невуа, тебе нужно пророчество. Сказано, что нет пророчества эло бесимха, только с радостью. Человек не может достигнуть уровня пророчества, если он не чувствует симха, радость. Мой ребе, мой шеф Адлер, он всегда приводил доказательства. Как мы знаем, что когда Авраам Авину он шел на Айкида, на приношение своего сына Ицхака, как мы знаем, что он это сделал с радостью? Сказано, что он, да, плакал, да, и его, но он, сказано также, что он был бесимха, он был в радости. Как это, кто сказал, может быть, нет. Сказано, что очень просто. Когда они приходят с Авраам, Ицхак и Ишмаэль и Элиезер, они приходят к месту, к горе, к храмовой горе, то над ней есть облако, которое символизирует шхину. Сказано, Раши приводит, что Авраам повернулся и спросил: вы видите это облако, видите, что там есть находится шхина? Элиезер и Ишмаэль сказали, что нет. Тогда скажут: а, если вы не видите, значит, вы остаетесь здесь, вместе с хамор, вместе с ослом, потому что вы на том же уровне, вы не видите этого, у вас нет этого дара пророчества. Поэтому, а мы идем дальше. Если это пророчество, это значит, что у Авраама была симха, у него была радость. Если бы у него этого не было, он бы никогда бы этого не увидел, никогда бы не знал, куда идти. Ирмияу Нови пишет Эйха о разрушении храма, о убийстве нашего царя, о изгнании. Но надо понять, что он мог это только написать, если у него была симха. Рав Хаим Каневский говорит про Хазон Иш.
я зачитаю. Он сказал, что афилу кинос бетишевев, даже кинот, даже вот эти самые грустные молитвы, наши плачевные молитвы в Тишебиав, когда Хазаныш читал их Шиврон Лев с сломанным сердцем, со слезами, у него это происходило митох симха пнемит. Это было связано, это было вместе с внутренней симха, внутренней радостью. Почему? Какая радость? Алласхут, что он овид Хашем, он за ту радость, что у него есть привилегия, у него есть схут, привилегия, достоинство, да, что у него, заслуга, вот. Заслуга делать то, что Творец от него хочет. И он, Рухам Каневский объясняет, что и так во всех мицвот, во всех, даже когда человек в трауре, да, человек как сегодня, это траурный день, это грустный день, это пост. Когда человек знает, что он делает то, что от него ожидается, то, что Ашем от него хочет, даже в самых такой, тяжелых моментах, как разрушение храма Эрмьяу Нови, и также Хазныш, который жил в прошлом поколении, они могли это делать с симха пнемит, с внутренней радостью, потому что они знали, что это у них потрясающая заслуга делать то, что Ашем от них, от нас хочет. Это значит, что если мы это понимаем, то в любых испытаниях человек может это использовать. У него будет эта симха. Когда у человека есть симха, когда у него человек есть эта радость, у него внутри есть этот баланс, когда он, как мы говорим, он вспоминает о всех моментах, когда Ашем ему помогал, тогда это именно тот рецепт, это та помощь, которая ему помогает пройти через все. Теперь еще немножко более практично как-то это сделать для нас. Была одна пара, и Лолейна, у нас будет сказано, их ребенок, у них был ребенок, который очень болел, очень-очень болел. Они были подавлены этим, они, как, естественно, понять, они полностью себя день и ночь, они только об этом заботились. И в своих отношениях с близкими им было очень тяжело как-то, ну, как-то улыбнуться или как-то прийти, как-то даже ответить людям, когда поделиться было, они были очень угрюмые, были очень грустные, и так продолжалось месяцами. Как у них большая трагедия, очень-очень, их сын был очень болен. В один момент жена обратилась к своему мужу и сказала так: ты знаешь, может быть, все-таки будет более правильно, если мы будем как-то постараемся сверху, с нашим, как мы, по крайней мере, выражение нашего лица, скрыть нашу грусть, наши заботы, и сверху как-то постараться улыбаться людям, быть приветливым и так далее. На что муж ответил: зачем делать шоу? Сказано, что человек должен быть внутри, как снаружи. Он должен, это тохи кибару, это внутри, я как снаружи. Нужно, чтобы в сердце и в устах было одно и то же. Сказано, что братья Йосефа, они показывали ему свою ненависть, потому что они считали, что он не прав. Они не скрывали этого. Поэтому муж считает, что нет, незачем делать какие-то отцагод, какие-то спектакль. Действительно, они себя так чувствуют, поэтому нужно это показывать. Не нужно это скрывать. Кто прав? Давайте начнем с Рабисоя Салантер. Он, известно, он рассказывал своим ученикам, что он шел по пути в синагогу в Эрев Йом-Кипур, перед Йом-Кипуром. Он встретил одного большого праведника, который известен был своим страхом перед Творцом. И по пути они встретились, они увидели друг друга. Салантер пожелал ему всего хорошего и поприветствовал его, на что тот человек, он не улыбнулся, он не поприветствовал обратно, он просто был весь в таком вот страхе и трепете перед днем, самым святым днем, которому он готовился. На что Бесуа Санта сказал, он откомментировал следующим. Он сказал, что почему он не приветствовал меня, почему он не ответил мне приветствием, почему он не улыбнулся мне? Неужели я должен страдать от его трепета перед Йом-Кипуром? Почему мне нужно этому страдать? Он считал, что это совершенно неправильно, что если у человека есть свой трепет, у него есть свои хешбонот, свои какие-то расчеты с небесами, отлично.
Если тебя кто-то приветствует, тебе улыбаются, ты улыбаешься обратно. В Ховот Левавот сказано также в Шар Пришут, как говорится о очень высоком уровне, что у человека есть траур в сердце, а по ним на лице цела радость и счастье. Имеется в виду, что сказано, что да, снаружи от меня ожидается, что я приветливый, я радостный и улыбчивый. В Рабби Хил, был известный Рош Ешива, Рабби Хил Мордехай Гордон решил Ломж. Это была ешива в Польше, позже она была в Петах-Тикве. Рабби Хаим Каневский там учился. А Рабби Хил Мордехай Гордон, он был очень-очень болен. Странно уже, болезнь была уже в последней стадии. Когда пришли его коллеги, его другие раввины этого города навестить его, то они были удивлены, что он с ними шутил, он рассказывал им разные веселые вещи, улыбался и так далее. Когда они ушли, один из них заметил, что, наверное, Рабби Хил Мордехай, он, возможно, не понимает, насколько тяжела его ситуация, насколько тяжело его самочувствие, что ему уже не так осталось. На что другой рав, который знал его лучше, он сказал наоборот. Так как он точно знает, насколько тяжела его ситуация, на что его самочувствие, его здоровье, он знает, насколько хорошо, поэтому он старался так сильно, чтобы нас это не повлияло на нас негативно, чтобы нас не расстроить. Он поэтому старался нас развеселить, потому что он на самом деле действительно понимает, насколько это тяжело, даже смотреть на это. В Рабби Хаим Шмулевиц, когда тоже в последние годы жизни ему было очень-очень тяжело, он очень сильно болел, и тоже там он был постоянно с радостью, постоянно с приветливой, как кто бы у него приходил, его навещал. И когда ему сказали, откуда он берет эту силу, гораздо легче просто вот так вот сидеть и жалеть самого себя и ныть. Он сказал, что он слышал от Рав Гордон, и который это тоже, это Бешоа Салантер, что по ним, что твое лицо, это как, если у человека плохое выражение на лице, и он такой, выражение очень скорбное и хмурое, тогда это как будто бы борби шутарабим, это как будто бы яма, человек роет яму на общественной улице. Так же, как запрещено делать, потому что этим он делает так, что люди падают туда и могут себе повредить что-то. То же самое, если мое выражение на лице, оно такое грумое, такое суровое, такое хмурое, это значит, что я порчу этим настроение других людей. Поэтому это совершенно нет никакого права, это не принадлежит мне, это никакое мое частное решут, частное владение, это решут рабим, это публичное место, и я должен делать все, чтобы это никому не повредило. Поэтому Рабби Хаим сейчас говорит, что у меня нет никакого права это показывать какие-то свои негативные эмоции. И закончим в Нефеша Хаим, это подарок на всю жизнь всем. Говорится так, Рабби Хаим Воложенер, да, это не Рабби Нахман из Брестова, это Рабби Хаим Воложенер, он пишет так, что сказано в Медреше, «Омер ха-Кодеш Барух Ху ле-Мойше», Ашем говорит Мойше, «Лех омер лахем ле-Исраэль», «Иди и скажи еврейскому народу, кишми, мое имя, эхья, аше эхья», «Я буду, который я буду», если так перевести. Это имя, одно из имен Творца. Что это значит? Что значит это имя, которое говорится, что я буду, как я буду? «Кишем ша-Атахова ими», «Как ты себя ведешь со мной», «Как они ова-Итха», «Так же я веду с тобой». Также сказано, Дойд Амел говорит в Тейлим, что «Ашем цилха, Ашем ты, моя тень, альят и минехан», с моей правой стороны. Что такое тень? Как тень, как мы обращаемся к нашей тени? «Ма цилха там мисахак», если как твоя тень, если я начинаю улыбаться, я начинаю прыгать, я начинаю радоваться, у мисахак лха, также тень отвечает мне. «Вима табуха», если ты плачешь, также твое отражение, твоя тень плачет. «Вима тамаре лапаним зума», ты показываешь очень хмурое, такое очень суровое лицо. То же самое возвращается тебе. «Афу нотен лехаках», также Творец с тобой.
Авкадош Боруху, Ашем Цилха, Он твоя тень, Он твоя, твое изображение. Изображение. Кишем Шатаго Ве, так же как Имо, как же ты сам себя показываешь с ним? Ху Авеймха, так Он с тобой. Это Нефеш ха-Хаим приводит, это Медреш, что Ашем Цилха Леменеха, это посук в Тейлим. Ашем, если ты себя с ним радуешься, ты показываешь свою жизнерадостность. Ты берешь все свои испытания с оптимизмом. Ты смотришь на вещи не как они выглядят с первого взгляда. Ты видишь, что это может быть по-другому, это может быть гораздо лучше, чем это выглядит. Ты не падаешь надежды, ты не теряешь надежду, у тебя нету юж, ты постоянно себя как-то мехазек, постоянно стараешься как-то мотивировать, чтобы идти дальше, и соединяешься с этим сехил локи. Как на практике мы видим, это с одной стороны мы смотрим на природу, как природа, как все эти чудеса, насколько Хашем открывается к нам, и он создает всю эту, как мы сказали в Бамидбар, в пустыне, что человек привыкает к чудесам, но на самом деле это все чудеса, что нас окружают. Это он благодарит за все те избавления, которые мы живем, мы переживаем, мы в своей жизни мы это испытываем. Мы должны открывать наши глаза, мы должны это видеть. Мы благодарим Хашема за это, мы чтим это, мы оцениваем, мы видим, что Он скрывается за этим. И также мы понимаем, что у нас огромнейший потенциал. Мы видим, что мы, так как у нас есть этот божественный дар, что у нас есть божественная душа, она уже все прошла, она, все наши путешествия, она знает, что мы можем через них пройти. Мы дан ли хавсхут, мы судим остальных людей и остальную ситуацию с хорошей стороны. Да, если это нет, тогда мы в своем разуме, мы это становится реальностью. Поэтому это не наивность, это не какая-то человек просто как-то такой наивный. Нет, наоборот. Это именно показывает его зрелость, это показывает, что он не видит вещи с бешетхют, с поверхностным. Безат Ашем, чтобы мы это действительно практицировали, чтобы все эти траурные дни этого года, как 10-е Тевета и остальные, они пересказаны, что в конечном итоге, в конце концов, они станут праздниками. И Безат Ашем, чтобы мы уже сейчас научились смотреть на вещи с правильной стороны. Слава, спасибо за внимание, успехов!